Прошел быстро месяц, наступила пора нового маникюра. Ну что ж, прощай. Ты был со мной целый месяц. Красиво, да, Ива цветет. Лепесточки уже падают. Уже падают лепесточки. Горит? Хорошо. Красивая вишенка. Пахнет? Пахнет. Добрый вечер. Хочу вам показать, какой сюрприз у меня сегодня вечером. Такие шикарные конфетки. Во-первых, упаковка красивая в таких баночках. Письмо с Парижа. Вот, вот такие вот красивые совята. А там, ну, очень красивые конфеты. Еще не пробовали. На вкус ничего не могу сказать. Но на вид, конечно, очень шикарная упаковка. Вот, смотрите, такое золото. Серебро. Вот такие круглые конфетки разного. Разного. Разные расцветки. Такие вот смайлики. Смайлики. Вот они какие. Вот такой вот мальчик. Смотрите, на конфетке сидит. Вот. Сердечки разного цвета. Потом вот такие вот конфетки с цветочками. Так, сейчас покажу, какие цветочки. Красненькая. Вот этот розовенький. Фиолетовый цветочек. Желтенький. Вот такая вот еще девочка. Или мальчик? Девочка. Девочка? Потому что розовенькая, да? С мишкой. Ой, какая прелесть. А мальчик с бутылочкой. Ага. Вот еще такая конфетка. Танцующая пара. Красиво. Интересно. Что ты хочешь показать? А, еще вот такие вот конфеты в форме бутылочек. Такие конфеты. Вот, золотые. Ну, очень приятно. Кто дал, кто передал, большое спасибо тому человеку. Порадовали, удивили. Приятно. Всем доброго вечера.